сейчас все равно могут опять же, как обычно, на 5 минут раньше спустить. Как на Натали. У тебя класс как называется, кстати, серп? Смотрел? А у тебя корк, кстати, тоже посмотрите, как называется ваш класс, ради интереса. У меня класс называется вообще Варвар. Проще некуда. Самый дубовый вариант. У меня, скорее всего, стандартный маг. Просто мейдж, получается, да? Да я еще не смотрел. У серпа должен как-то... Посмотри. Давай я посмотрю, скажу. У серпа должна быть какая-то смесь, да. У меня вот... Скорее всего, обычно. А как, какие у тебя ветки взяты? Да, Вилларти 3. Вилларти 3, вау. Ты прист. Жесть, варьор, прист. А у тебя корф какие? Мэджик. У меня мэджик конжири и Дарк Сорцер. Даже да, странно. Не, ну Дарк Сорцер не очень обычная. Но, блин, прист и этот, короче. Как он, прист и варьор. Это такие самые простые названия. Он есть еще клерик, правда. Magic, Келлинг, Devotion. Странно, почему Келлинг? Почему он клерик? Ну ладно. Хиллер вообще называется, знаешь, как Artistry, Conjury, Devotion. Artistry, Conjury, Devotion, ну да. Клерик. А нет, подожди, без вилла? Без вилла. А с вилла? Кстати... Ну, кстати, сейчас как посмотрел, вилл-то в принципе, ну, не знаю, по-моему, хиллером он наравне с Конжури, его важность. Ну да. Мало единственный регенит, а заряды почему-то, я не знаю, почему-то заряды он мне не дает. Я сейчас убил ветку. Заряды в хиле уже не используются? А заряды он дает, там надо как-то, я заряды получал, но они даются на какое-то короткое время совсем. Ну вот у меня... Теперь от этого, не от щита, а от вот этого нюка начального, он мне, короче, как-то при юзании дает какой-то этот баф, как картинка с этого же нюка. И если я его наложу на этот баф, то там будет x2 время, там еще чего-то. По-моему, урон, ну, короче говоря, он урон друг об себя же увеличивает. Чем чаще один скилл юзаешь, тем больше урон. А это? Я ну так как не... карго. Я что-то не понял насчет тут вилла тоже. Где мои заряды, чтобы бафы усиливать танковские? Или это изменили? У меня, по-моему, кстати, сейчас вообще в ветку вилл почти ни одного очка не вложено. Одно очко на файт вложено, а все остальное у меня танковская ветка. У меня единственное, что у этого самого вилла используется, это вот этот щит, который вешается и с инстант каст хила. Да ладно, серьезно? Истом как-то? Да, ну это как бы комбо такая идет, то что я, когда висит на этот баф, у меня комбо с начальным хилом, и он инстант становится. Ништяки. Слушай. Хотеть себе тоже так. Ну я так посмотрел, у меня, блин, не пойми чем теперь. А, я знаю, пойми чем стакается, таким, знаешь, медведем каким-то, желтым, у меня стакается баф. Mm. Это, по-моему, вообще, он так выглядит, только пассивка приблизительно, я ни в какой другой ветке. Ап. Чё, ап? Да, сервера. Поехали. Погнали. Сервера онлайн, заходите. Оп. Цыган ставил. Еще раз говорю, сервера подняты, выглядит все.
Я там в центре рядом с квестодавателями со всеми этими групп компаний. Сейчас я где-то там тоже стоял недалеко. Тут какие-то вообще непонятные квесты. Я вчера бегал, меня направляло в какую-то точку, при этом точка какая-то совершенно пустынная поляна, там нет ни мобов, ничего. А это опять сажать и прочее, это курица и про. Я этот квест выключил, чтобы они не были. Нет, курица, да, я знаю курицу. С курицей я знаю, блин, пойду проверить, делевелится или нет персонаж. С курицами это отдельная песня, я знаю. Ну это дофига квестов, все эти пачки кину. Кстати, помимо этого самого эксплоста, тут еще прочность снижается на 1%. Ну вот эти два дебафа, которые ты видишь. Короче, жесть какая-то. Ну да, сейчас довольно сурово помирать. Вчера я видал, я 4% экспа потерял за смерть от рейда. Ну Кстати, я ж нет, я 174 вообще очка работы. 174 очка работы, можно посливать. 150 до левела нету, да. Нет, делевелит. Надо на эти посливать. Так как на руде сейчас. И тем более сам покойство туда что-то ведет. 0 из 3 сделать. Пойдем на карьер сходим вдвоем. Ага. Я, кстати, там еще квест сделал, там на пляже дальше. Я еще там не делал. У меня еще тут просто дофига разных Там. квестов. Да у меня здесь тоже дофига еще осталось. Надо некоторые переводить, я чувствую. Я потому что не понимаю совершенно, чего они хотят от меня. Вот этот квест, где там вообще три предмета каких-то. А что там, кстати, 0.3 ты говоришь, что Да, где? но это вот ямы такие, их надо юзать. А, ну это да, Я это я еще не делал. делал. Я пока разберусь тут с остальными. Ой, ё, кстати, у меня не включена эта херня. Все забываю, как она включает. Я почему-то галочки сбрасываю постоянно при перезаходе. Свити уже проснулся. Кидаю ему, наверное, тоже хватит. Ребят, левелов кланов как таковых пока что нету. Есть какая-то другая, немножко иная система. Направленность кланов и прокачка их в этом направлении. Там крафт, война, торговля, строительство. Людей в клане может быть очень много, корейцы до 300 человек собирали. Каких-то ограничений мы не встречали пока, что нельзя кого-то принять. Чего ты говоришь, Серп? Я говорю, кидаем, наверное, тоже пати. Так я Все равно не здесь берет что-то. бегает ряд. У меня нет возможности рейд кинуть. Прикинь, агр фигарит за накопленный урон. Дамагом. Как Шайлот раньше.
Блин, выкапывать Кстати, хочешь. блин, давай попробуем перед этот самый передать. А, ну приходи на карьер. Я тут копаю. Это так быстрее идут мобы, если надо убивать, там, например, три моба убить, то рейдом, всему рейду засчитываются эти убитые мобы. К тому же в игре есть скрытые квесты, и там, например, убив 10 мобов каких-то определенных, вам дадут там просто так плюс 500, например, экспо. Поэтому если на поляне много народ качается, они все получат эти плюс 500 экспо за то, что быстренько так делают. Ну, это старая тема. То есть рейды раскидываешь всем, и как бы всем это выгодно, все их берут. Тем более, если мопы долго рисается, чтобы ни одному человеку засчитали, кто первым ударил, а всему рейду. Чё так лагает, как звук, так и видео? Дропов ноль, ребят. Нет, не лагает. Я смотрю сам свой стрим, у меня нету лагов. Давай серпа на карьере теперь. По 70 экспо дают, блин, долго качаться, слушай. Чего ты говоришь? Распределяйтесь по каналам в зависимости от уровня, если по Блин, вашей сейчас, цели. короче, подойду. Когда своих собрали, добирайте коллеги. Штаны выбил какие-то. На 17 левел лайта. 23 силы, 11 ловкость. Прикольные, кстати, штанишки по статам. Косплей, блин. Серп, ты что-то О, полчаса чё идешь. идёт? Подожди, я квест смотрю. Так. Иду. Не передается. Нет. Толзнец. Да, не передаются. Видишь, только на рейдах Да. Надо узнать, сколько их падает 30-го рейда. Как узнавать. С рейда ставится так, чтобы добыча распределяла ответственность, как вы, да? Да, можно. Ой, блин, сори, все, сейчас раскидаю. А по поводу того, кто должен идти на собрать, есть какая-то информация? Нет, не Любой обязательно. или для кабинета? Любой. Надо посмотреть, кого больше. На меня их 18. Ну, я думаю, больше, чем у тебя, не помню. Ну да, я вчера летал.
Нормальный инвентарь, чё, ребят? Ну, я понимаю, что музыка, атмосфера, но пойми, ты не заглушает треск. Серп, не помнишь квест 010101? Кого ты там делал? Пауки? Где, куда он отправляет? За карьер. А, там разных мобов надо убивать. Там пауки, сороконожки там. Окей. Дали урон 623. Таким не с полным зарядом. Короче, он опять урон набирает по ходу и будет критовать просто адово. Надо виловские заряды брать. Танк почти не поменяли. Опять при закачке буду лукарей в ваншоте. На данном этапе три данжа существует. Мы обязательно постараемся в них во все сходить, но на нашем континенте есть один данжик. У кошек два, на 18 и 30. А на нашем континенте только данж 30 левела. Прямая ссылка на Twitch нет, ребят. Ну, Гоха Медиа есть, если вам это поможет. Разных мобов убить. Что же меня вечно отрубается этот квест? Отображение квест. Пятнадцатого левела гар, максимальный 50-й. А, да, на пляже. Я тут не был еще. Чувака квесты. Забавный шляп. Блин, пляж красивый, жесть. О, проточечка. Пишите свои уровни, инвайт просите, и пусть вас берут в те рейды, которым вы соответствуете. Ну, кстати. То есть, чтобы все были в наших рейдах. В телепорты опять. Ну, смотрите, собирайтесь все в один рейд. Они через этот тык. А дальше идет по каналу. Что? Точнее, кнопочку. Что телепорт? Все, кто в плане есть, напишите уровень. Ну, стандартный телепорт. Серп, а что мне показывает 0.1? Это что сделать надо? Вот это краб, 17 уровень. А, блин, его убил тут, чувак. Кореец на олене. Чувак, с оленем, валяй сюда. Сейчас смотрите, урон наберу танковский. Вот он набирается 1200. То есть чем меня больше бьют, тем больше этого урона набирает. И потом просто долблю скиллом. Причем он рейнджевый скилл. Ну, смотрите, отбегаешь просто. Он еще и как агро. Вон, 711, на. Вообще ништяк. Обожаю этот скилл. Вот он очень хорошо входит по лукам, по магам. Он именно физурон наносит. За точку. По-моему, рецепт на корабль изменили цену теперь. А нет, или нет, подожди, это. А, нет, теперь рецепт на тонг 10 тысяч стоит.
Конора. Так и было, не? А, не. Не, не, вдруг так не было. У меня, кстати, 4 синего аквума. Эти фигни, прикинь. Ой, у меня там порошка тоже дофига. Ну как дофига? Конечно, копейки, но есть. Заточками надо потом будет обменяться у меня на интеллект, я у тебя на хп нами возьму. А, да, кстати, как сейчас заточки делать? Ты говорил, они изменили вроде что-то. Ну они только крафт изменили заточек, они теперь из 3-1 грейда делаются в следующий. Блин, да, прикольно. Плюс 7 заточечка. Да, правильно. Теперь вот эти лоу грейд заточки, они, в принципе, стали актуальны. Поск тебе точно не нужен, он синий. 4 ловкости, 8 телосложения, 5 интеллекта. Плюс 21 в Magic Power. 15 левел. Плюс 21, 4 ловкости. 4 ловкости. 8 хп и 5 интеллекта. Он синенький. Ну, у меня такой же нет, не нужен. У меня тоже синенький. Я его дропнул. Окей. Камень не будем загонять пока никуда, да? Пусть лежит. Зеленые банки, не помнишь, хп за тик восстанавливают? Я же не помню. Да. За тик зеленый. Блин, в инвентаре мусора. Надо расширить, я слегка расширил инвентарь. Квесты не проверял, кстати. Ой, это телепорты. Можно записывать точки? Нет, ну вот описание, если у меня баночка с собой всегда, я не могу не записаться. По-моему, только в доме можно. Во всех остальных она автоматически записывает. Слушай, что за фигня? У меня какой-то квест, типа. А, вот это как раз, где надо было собрать по одному итому с каждого. Мне просто куда-то чисто поле показывает. Приходить. Да, да, да. Ну не чистое поле. И что там делать? А там за этим. Ну я говорю, там мобы различные. Так я убил их по каждому по одному. А по типа и мне дальше показывать, что-то сделать надо. Я сейчас. Может быть, кому всех убил? Нет. Ну подойди ко мне, пожалуйста. Я тут рядом. Мне куда-то сюда он показывает. А, можешь вкатить. Твоя пропала. Еда, крафт еды. Надо бабе вот это ей отнести, но... А, ей... Гару, там рейд какой-то отрезкался, 10-го левела, по-моему. 10-го левела... Пилс не актуально рейды. Совсем? Совсем. За них мало что там дают хорошего. Стоит он вообще что-нибудь? Мы можем его сейчас убить, не знаю, втроем, вчетвером. Да мы и сами, наверное, убьем. Да. Если ничего с ним не падает, то мы... Ну там максимум порошок с него падает, какой-то шмотка может упасть. Книжку вот сохраняйте. Человек 5 хватит, да? Да. А упадет одна монета. Серебряные все. Хорошо. Я уверен. Пошли обратно сюда. Я тебе. Ты помнишь, где они все стоят, да? Там на в этой стартовой локации их трое. Краб, смерть, да, и конь. Да. Ну да, ты. Вы, я тебе давал картинку, где они все стоят.
Так, мне вот этих чуваков надо убивать, блин, всех. Поможешь по-быстрому? На поляне под лагерем стоят. Кинь мне пати, я не знаю, где. Раскидываю рейд. А, ну сейчас, так, в принципе. Ну, блин, никто нажал. Да что такое? Ну это у меня, ребят, не шипение, сори. Микрофон так. Нашел под лагерем, они такие какие-то жестковатые, мне дамага не хватает. Ну как не хватает? Четыре из восьми. У тебя ход еще не появился? Вот какой. Ну, хил вот этот. Со временем такой тикает. Он много очень восстанавливает, но... Фонтан? Нет. Он на другой ветке. Я не понимаю, просто какой-то хил. Был инстант хил, он там со временем по тикам восстанавливал. Ход. Хил оф тайм. Ну, я по крайней мере такой не вижу. Ну там еще значок такой, не сейчас может. Покажу. Вот посмотри на мои бафы. Вот такой значок он вешал. Ой, я понятия не имею все равно. Ну, третьим скиллом он был. Скиллы? Ну, третий сейчас другой, сейчас он. Сейчас он, по-моему, увеличивает, что ли, хил. Это надо взять, посмотреть, что он делает. Гара вообще чили, эта игра вообще чисто без лагов идет, да. Меньше пени, это у меня. 7.00 игра. Подожди секунду. Чего? Я со чатом. Реген твой идет или? Это мой. А сейчас попробуй еще раз. Ну-ка, еще раз кинь, пожалуйста. Я скажу. А нет, подожди. Может, и мой. То, что тикает, это твое. Как раз, да. Вот этот я и спрашивал. О. Это ход. Ну все, значит есть. Значит есть, отлично. Он дофига регенит. У меня, короче, щит, кстати, прикол, комбится с твоим этим. Походу, шармом. Ну, какой-то. Блин, как он называется-то? Это мой в рот. Ну, твоим дебафом, короче, контролищем. Как он называется у барда? Очарованием. Так. У меня здесь какой-то квест еще 0 из 3, 5 с лопатой. Не помнишь такой? С лопатой там с ряд, сейчас скажу. С вояками. А, вот он, да. Вот, три вояки, да, здесь. И еще один квест, там три всяких хрена. Его делаешь рядом с вот в этом лагере центрально. Тут баба стоит рядом с целком. Вот. К ней подходишь и юзаешь по очереди. Ну вот я да и спрашивал, я уже это сделал. Поюзал по очереди. Я еще спрашивал, да, что да, я принес. Типа. 3 из 3. Так. Готово. Как думаешь, какие нам уланы дапнуть?
Человек 7, 25, 24, чтобы 30-го попробовать. 30-го? Но у нас хилов много. Ну, я думаю... С другой стороны, у нас хилов много и ПДФ у меня. Да нет, у меня ПДФ сейчас больше, чем раньше было на 30-м левеле. Тем более у нас хилов очень много, подумай. Ну я не о элементале говорю, а о дерево попробовать. Не, ну дерево ты видел, сколько они там. Немного человек, там буквально 17-18 что ли. 20-х еще даже не было. То есть, в принципе, дерево можем убить хоть на 20-х, вот на ранних. Когда там народ основной подкачается в левел 18-го. Ну, сегодня попробуем. Блин, у меня тут все вроде. Все квесты, которые я мог. Нет, еще не все. У меня тут много еще. И какой-то. 03, 01 вот есть. Да, 03, 01 у меня тоже. Я тут как раз скачу, смотрю. Заметь, у нас все английские ники в пати. Все, и все русские, кроме немцев. А, нашел 01. Шкатулка. Стек под деревом. Сейчас она появится. Уже. Нормально урон сейчас вошел, вот этот вот агр. Но 1-3 с нее, кстати. Лутай. А. Ну, значит, нам на ту сторону надо идти, там, все эти моды. Сейчас сверху гляну, есть что-то. Не-не. Сверху там ничего, там, строительство. А, да, там, площадка под застройку. А маги, по-моему, они тут ходят где-то. Вот, вот, через дорогу. Два из трех. Вон еще ходит. Сейчас сагр. Попробую спулить. Нет, не спулю. Ну ладно. Давай, ты мага, короче, убей, я с этим файтом. Ну все, у меня дальше идут два. Да, у меня тоже. Ага. Подожди, а у меня есть один квест, который сдается. А, ну вот он здесь сейчас выполняется 01. Через мост переехать. У тебя есть такой вот здесь где-то 01? Да. По-моему, ты когда приезжаешь просто, то ли кого-то убить, или нет. Ну, слева, да, по-моему, мобы. Да, слева. Давай убьем. Thank you.
такой звук глухой, как щит убьют. Да, книга есть. Садись. Ребят, книга на корейском. Вот мы перебрались в новую локацию. Пустыня, пустыня. Блин, прикольная лока. Красивая. Посмотрите. Еще буря такая песчаная. Конечно, не видишь, что в стриме всю красоту передаю. Крови стало еще больше, чем раньше. Да, он трупак какой-то валит. Давай соберем какой слот. Вижу-то. Угу. Ну, пустота мне особо. Какой-то разброс. Ну, чего, как назвал-то? Убили, сволочь. Ой, птица. Стрелять не попал. Еще один, блин. Раньше так стреляйся. Я нормально, Свити сдохну сейчас. А, это Свити, я мне показалось у тебя, я ж там побежал агрить. Надо вот этих чуваков убить здоровых. 0,8. Что ли, еды закупить? Да что пора. Пора хапку купить. Только где? Я думаю, что уже не здесь. В основном городе, хотя. Хотя, может быть, здесь как-то туда. Оба-на. Мне какая-то жемчужина выпала. По-моему, нода руды. Мне тоже. А, это может квестовая? Нода, скорее квестовая. Квестовая тогда. Заюзаю. Да, квестовая. Помнишь, на третьем тесте мы играли наоборот. Я был хиллером, а ты был танком. Да, да. Мы с тобой меняемся. Да я уже 7 был. И хиллером, и танком, и ЗДшником. Ну я тоже лучником играл, потом танком, хилом. Магом я не играл. Чуть-чуть совсем только. А ты луком, по-моему, не играл. Блин, луком, по-моему, я на первой, что ли, бете даже. Ну, на первой два лука, да. Че, у тебя с маной началась проблема, что проседаешь? Да нет. На соль. Ну, ребят, да он вам VPN не особо дорогая. Там со скидкой $10 всего. Не, стой. Не согрелся. Сейчас переагрю. Давай назад.
Нормально. Сдаем. Скрытых тут нет. На VPN Secure $10 в месяц. Скрытых сейчас гляну. Долго вдвоем скрытый делать. Но вообще, да, на них есть скрытый. Поехали с баночкой, там надо наполнить его, да, что ли? Угу. Сейчас, подожди, давай спать и выйдем, я пересоберу на двоих. Нет с вами права. О, смотри, новый рейд, походу. 15 уровень, 86 тысяч хп, смотри. Блин, прикольно, слушай, это новый рейд, реально, дай его заскрин. Тут еще мобов, смотри, сколько добавили, раньше тут ничего не было. Сейчас фиг проскочишь. Нам к воде-то и надо, ты че? Баночку. Я понимаю, но я хочу обижать, не хочу его грызть. 15-й рейд можно хорошо попромануть. Ты смотри, их два. Фига себе, что это такое? А может это голем рейды? Теперь так? Походу, нет, не, у них вообще не рейды. Значок не тот, у рейда такая, она с кровью. Вообще да, но 86 тысяч хп. Интересно, что это такое? Слишком много для 15-го левела к тому же. То есть ты помнишь, у 30-х был 95, а у 20-го 26. Да, да. Мы такого не потянем. Они какие-то, по-моему, мирные. Не, они, смотри, они какие-то мирные. Не рейды вообще, это что такое? Непонятно. Банку наполнил? Нет, в процессе. Блин, какая-то странная фигня. Главное, ничего нет? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, а следующим, короче, левелом апну скилл. Сердце. Ну, короче, пассивку последнюю возьму. От танка. Надеюсь, не убьют. У меня штанишки есть на 17 левел. Прикольные, 273 армора, 13 силы. А, блин, что прикольно, 26 интеллекта. Мать их. 5 гар, умный танк будет. Да я что-то вообще не видел на силу штаны. Они сейчас существуют, их не брали. Может быть, все, в интеллект вложи. Кстати, я... Ты крафт вообще не открывал, наверное. Нет, там сейчас как-то крафт переделал. Там первые 4 грейда оружия, оно идет. Ну, последний 4-й грейд, он идет на 40-й уровень. Дальше идут следующие 5 грейдов до 9-го. И они, короче, не имеют вообще уровня. Еще раз напоминаю, обязательно, если вы овец пострелили. То ли что-то вроде, знаешь, запечатанных в линейке, то ли еще чего-то. Там нет ни статов, ни требуемого уровня. Сейчас мы понятно. Ты весь рейд всех сагрил вообще абсолютно. Они меня сейчас тупо убили. Почтой пользуйтесь за один серебряный. Да меня уже тупо убили. Ну нафига ты так? Я хотел аккуратно проехать. Ну, аккуратно? Ты меня шокирует. А, подожди, экспорт восстановить. Нет. Погоди, у меня 0 экспорт. А, экспорт? Да. Я уже и забываю об этом.
Я экспорта потеряли. С лошади атакой не могут. Вообще, не, могут, могут определенными скиллами. Также они могут просто лошадь это убить. Ну, потом будет лошадям нам купить всю фигню. Кстати, здесь один из пяти что-то. Давай сделаем. На этом месте. Шесть. Нет, подожди, не на этом, на там. Там далеко. Нет, один из пяти. Здесь. Точно тут считай? А, нет, нет, нет. Здесь просто какой-то другой квест. Да потихоньку. Каналом расходитесь и обязательно просите место в рейде по своему уровню. Если вас там нет, пусть кикается в кит, и вас возьмут. Из рейда не бегайте, объединяйтесь. Хил. И добей того, смотрёныш. Сейчас рейтинг раскидаю. Думаю, один, два. Да, все будет, ну, пару человек. Доброго утречка, да. Блин, жесть, они испанят и все на свете. Не наши. Почему для меня не особо добро? Ну, что-то около того, да, ребят. Часа два поспал. Чё, не за... И, может, чувак, он просто пати. А кому? Где почта он? Отправляется через бот. Соло и шара. Блин, это одни ссаные маги. Ой, ёшкин! Чё это тебя так? Вот это было неожиданно. Для меня магией. Это было неожиданно. Ну вот уже и хардкор начинает. Экс постоянно теряет. Ну давай рисаться, чё. Попробуем ещё. Третьего нам не хватает, на самом деле, еще вообще будет супер район. Сейчас идем. Прыгай. Но я еще не рискну. Мы видели 4%, охуеть. Ой, простите. Ну это жесть. 4% минус. 4,24 даже. Спит, наверное, руки. Я не знаю. Отдыхает.
Гарр сок попивает, ездите вроде с колбаской, пытается проснуться. Жалко, что вчера корп в очередях просидел много. Руки вообще фермерство, наверное, займет сегодня. Так, все, давайте. Слазим. Попробуем вместе с корейцами разгрести всю эту тему. Вот с магичками сейчас будет очень опасно. Готов? Черт с ней, который отходит, черт с ней. Йоу! Ништяково, ништяково так проходит, да? Дэмэдж. Все, блин, тихо. Пипец. Ты умер, что ли, нет? Ну, маг, да маг. Нет, я живой. Вот. У меня МДФа вообще нет. Хотя он у тебя тоже вроде по идее у тебя есть. Какого? МДФ. Есть. У меня его там почти нет. У меня просто на шмоте вообще МДФ нет. 500 или что? Надо хавку закупить, иначе печаль начинается. Баф нужен. Да. Слева магичка, помогай. Блин, наш кореец купит. Собакам там руду добывает. Он что, идиот? Ой. Похоже на... Мага, мага, я не могу же мага бить. Я не могу тебя, я не могу атаковать. Я могу только хилить. Значит, умрет. Запрет скиллов все повешу. Спаси корейского оленя. Спасаю. Да, что совсем хардкорно. Раньше так не было. У тебя как? У меня 3 из 5. И ящик. Хорошо. 1 из 3. Давай это убьем. Ну давай я хилю, потому что ну, тут нереально вообще атаковать. Только хил. Вы сейчас меня разбудит. Нет, триагра. Сейчас триагра будет. Наш корейский друг совсем не... Нет, триагра. Да он полу этот, полу вилд, полу олень, полу дебил. Обычные мобы, просто левел 17. Ну тут сказывается, начинает, потому что шмот не очень. Как-то. Он еще кореец, давай, имайте его. Квестовую вещь выбил вот с этого, подбери. Рядом лежит, со мной, слева.
Взял? Да тебя не вижу. Нет. А, это роба, шапка. А, давай. 16 телосложения, 10 интеллекта. На какой уровень? Левел не написан. 16 телосложения, 10 интеллекта. Не нужно? Сейчас, короче, даже, да. Ну куда ты сейчас тайных сагришь ведь? Не лезь, не лезь. Какой ком, блин? Скажи, не все сделал. Вот собак. Тебе сколько осталось? Мне одна. Да ну нафиг ко мне. Мне осталось не все. О, смотри, бандана. Ой, давайте этого еще. Да все, я сейчас заканчиваю. У тебя сколько? У меня 5 из 5. Не, еще ящик. И вот ящики. По-моему, у меня все уже, да. Сейчас ящик только закончу. Где другой кореец? Все, 3 из 3 ящика. Вот он. Гоу, поможем. Да блин, что он носит, как идиот? А, не вижу его. Да вон, груду как. В глупой шапке. Если бы я его не переагрил, он бы ща лёг. Скрыто есть? Сейчас скажу. Не, нету. Блин, как туда мы тут зря. Чувак, что ты делаешь? Пойдем, вот он говорит туда еще, там 0-1, там 0-1 нам еще нужен. Пойдем за мной. Ну сейчас попробуем пробежать, но мне кажется, он сейчас тупо всех сагрит. Ой, ты тоже сагрил много. Но я-то ничего, я, может, пробегу. Отагрились те трое? Да. Давай вот этого одного. Вернее, нет, они там, в тройку. Меня сагрили. Сейчас отбежим. Надо, кстати, эти самые, а нет, не надо. Все-таки ресы в таком случае покупать. А у тебя сколько? Скоро рес? Да рес у меня уже, но мне нельзя, я блин, положился в дома. Те убегают, да, нормально. Сейчас я тут примем. Надо мне сделать ребилд, это мне нужно скилл убрать и взять ребилд. Ну так сделай, что. Сейчас сделаем квест, возьму. Так, что, к нам тут, по-моему, одному уровню. Вон оно. Я уже сагрил. Ну все. Ну что, на коней? Да, давай прям. Обскочим все это. Кореец ко мне запрыгнул. Ой, тут кореец. Ух, кореец, это хорошо-то. Чуваки прям в озеро выкинули. Он прям так взлетел хорошо. Красиво. Он кореец подтягивает. Блин, не помнишь, какая вкладка кикать? По-моему, первая, да? Первая.
Там на этих квест большой. Они вообще на них был скрытый, но что-то он... Не, не на них, бро. На, помнишь, этих орков, где мы проходили, вот там дофига было скрытый. А, да. Ну, нам, по-моему, их надо будет убивать потом. Ну да, там их дофига надо будет убивать, я так сказал. Так, в чате посмотрю. Что за ножичек 17-17 левел? Блин, сила был. Телосложение вот дает мечик. 9 телосложений. Все, нам дальше следующий лайк. Да. Сейчас в секунду посмотрю. 8 телосложений. 9. Он не двуручка случайно? Нет, не двуручка. А вот смотри, как это тут. Не квест или вопрос просто. Я тебя не вижу. А вот, вот, вот. Тут баба стоит на горе. А, и че с ней? У нее квест. Но у меня нет, не берется. Квест у нее. А, во, выполняется. Берется. Опять 0, слеза. Теперь. Как не нашла. Фигает тут серп. Бегай, бегай. Бегай, сейчас переагрим. Одного убью. Ой, плохо дела. Я вообще думал, что это не NPC лаги. Да, я тоже подумал. Еще одного, еще одного. Ящики собрать. Три штуки. Три из трех. Вот он, гном. Ребята, так в игре будут выглядеть гномы. Блин, серп, отъедь. Дай я гнома сфоткаю. Он какой-то не бородатый, а вообще есть бородатый. Какой-то он не такой, да? Не, есть и бородатые. Все нормально. Так, куда мы? Корком, что ли? Ну, не знаю, давай вот этот 0-3 выполним. Правда, не уверен, что он именно здесь, а не за горой. Он. Там слева проход должен быть сейчас. Налево. Ну не толстый, да, у него кость чего? Широкая. Смотри, птицы какие-то. Тут раньше не было такого. Смотри, смотри, сколько птиц тут. Тут раньше, по-моему, вообще пусто было. Ну да. Пустая локация, и здесь я помню, выбрасывала. Постоянно, когда я сюда приходил, меня просто выкидывало как запрещенный территорий.
Сагарев. Серб, блин. Надо бить одного. Второго я с тебя просто переагрил. Третий просто меня сагрился. Их еще. Отойдем отсюда, сейчас отреспится. Ну уже отреспился. Вот отреспили. Лучше не бежать. Сейчас убью я этого одного и свалим отсюда. Он корейцев принимать, он все мы сделали. Привет, Фредик. Угу. Нормально покачаюсь. 15 взял вчера. В игре дофига кардинально нового. Ну как, не совсем кардинально, очень много мелких нововведений. Сейчас в них разбираемся. Система пассивок, например, изменили сильно. Все классы поменяло. Очень круто. Я сейчас вам взял танковскую пассивку на 15 левеле. Взял? Да, да. Взял. Он, по-моему, даже мне экспи не дал. 0-1, это помнишь, это гномыша любить там в палатке? Гном, там, да, да, по-моему, вон. Вон, по-моему, стоит такой главный. Вот свой дракончик. 221 тысяча хп, хп. Ну, надеюсь, затачим. 180, по-моему, было. Чё ты объезжаешь? Давай убьем двух гномов. Всё. Потом посмотрю, сколько у него было. Ну, папали. Папали рейдов по хп чё-то. Папали. Раньше 180 был. Самый крутой был. А как вам такой гном, ребят? Чатик. Блин, козел, смотри, он еще и руку кастует. Гном маф. Ой, плохо дело. Нет скиллов вообще, далеко не бегает. Двоих сагрил, троих сагрил, серп, блин. Пока тут двоих. Пока лучше отбежать. Ой-ё. Не тащу, тащу, не тащу. Трое. Отбегаем. Все, эвейдим. Теперь троих сак. Эвейдим. Коня пробуй. Сажись, садись. Не прыгнул. Я сейчас его вызвоню. Все, все. Нам того одного магу палатку, по-моему. Да я его убил. Уже засчитали, потому что я не видел. Ничего не засчитали. Здесь показано, что вообще просто надо полутать что-то с гнома, не убить. Уходим, 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 уходим. Да это два, че? Опять сагрели. Два всего. Даже один. Убиваем их все. Там надо убить просто. С гномом что-то полутать, серп, а не мага убить. Мага потом. Блин, опять эти хаги. Вот, я полутал, все, есть. Да, 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 есть.
Садись. Давай быстрее. После этого надо сейчас будет его убить. 17 левел нужен, блин, оружие новое взять. Аккуратней. Теперь я в обход буду бежать. Кстати, на максималках такая же туманка, как была песчаная. Да. Народ так. На максималках вообще ничего. Народ так мало, потому что мы оторвались по левелу. Я так посмотрел вчера. Всякие там, не знаю, не буду говорить кто, ну ладно. В общем, во всех кланах так пощелкал, во многих. 11 левел, 12, 13, а мы 15 закончили. Поэтому мы сейчас вот новую локу пришли, народу мало. И рубите деревья, и все на свой. Так, Телс там явно корабли задумал строить. Могучий торговый флот Райс. Козел ногами берется. Come on, baby. Сейчас я его подведу. Давай, подходи. Давай, вытягивай. Можешь ему чарм? Чарм не уходит сразу же на конфликт. Помнить раньше этого дракоша, как хотел дракошу. Сейчас надо теперь, блин, качаться, чтобы формануть. Да. Машина тоже послабее. Maybe. Может быть. Теперь нас куда-то вообще в другую сторону посылают. Раньше. Раньше на орков, теперь не на орков. Да вот эта линейка, где орки, они же там инстом заканчивалось. Сейчас нет, 0.3 элементали, похоже, да? Да. А у тебя этот самый чардж чем комбится? А у меня нет чарджа. Я его еще не брал. Чардж, ну который... А, со щитом. Сбивающий с ног, который запрет скилла вешает. Нас с ног сбивает. И урона сильно. А чардж самый... Слушай, Гар, занят? Есть вопрос один? Да нет, спрашивай. Сейчас я когда левел апаюсь, мне за каждый левел дают одно очко, правильно? Нет. Я понимаю, нет. Скиллы. Нет. Дают за каждые два левела. А, вот в чем. По-моему, за каждые три теперь, нет? А потом за каждые три там что-то такое. А когда с левел апом, мне предлагают апнуть уже существующий скилл на следующий левел. То есть он на очко не... Он не тратит ничего? Нет. А если я отменил, я думал, он тратит скиллпоинт, и я один скилл вот не взял. Я могу как-то вернуть или нет? Да, можешь сбросить, довольно нет, дешево стоит, там внизу. Открой, где скиллы, там есть кнопочка внизу, видишь? Да. Это сбросить, это не так дорого. Сбрасываешь как бы текущие скиллы и просто выбираешь новые. Они довольно дешевые. Просто можешь поиграться, попробовать, да. Все, спасибо. Так, гость, да, тебе правильно подсказывают. Там дают куст с картошкой. Сначала куст выращиваешь, получаешь с него картошку. Потом ставишь коняшку эту. И как бы кормишь его этой картошкой. Потом моешь его. Какое-то время подрастет, его надо будет помыть. И после этого там что-то еще немножко времени проходит. Там надо будет с ним поиграть. И он станет полноценным конем, как бы.
все, поехали. Кстати, прикинь, сейчас стан в форте, знаешь, чем комбится? Щитом вилла, ну как и было, с ловушкой от вилда и с психическим уничтожением конжури. Блин, жесть. Жесть вообще, они за такие скиллы разноплановые. Ну, теперь понятно, почему комбо там такая адская смесь. Что у него там, по-моему, у него как раз таки Wild и Magic, не? Да, у него какая-то... Не, у него Forte Magic. Forte Magic еще что-то. Ну да, а мой агр комбится, как и раньше, с металкой от вилла. Надо менталку обязательно будет взять потом. Но на 36-м левеле, блин, до нее еще дожить надо. Вторую пассивку, смотрю, изменили у вилда. Так, что-то нам куда-то. Да сюда, вон, зеленая. Дай пешочки лучше. Ну, не хочу. Тут на квестов много, не хочу пропустить. Новых вижу. А что с этими пузырями делать потом? А, я, по-моему, кровь... По-моему, разбить. Да. Лук дали новый. Я забыл одеть. У мельницы 2. А, да, посадку разбили, видимо. Дали, появились квест. У меня что-то здесь только один. Где второй? Второй на поиск, что ли, этого? Другой мельницы. Который на входе стоял. А ты там какой взял? Там был чувак еще. Квест появился у него. А, ну там... Там, да, там, я еще не брал. Ну, это ж мод, да. Снизу где-то были раньше. Да это именно грудная броня, она типа такая. Сейчас скажу, какая она статы дает. Вообще не прикольная. Она дает силу, это ловкость и в основном дух. То есть реген ХП вообще, блин, не очень. Такую обычно никто и не крафтил. Блин, помнишь этот квест с мешками? Я уже чуть не помню, что там делать надо. Угу. Я помню, там надо... Вот этих человеков, которые орки, их надо, по-моему, сзади к ним подходить, то ли глушить их как-то, то ли еще что-то собирать у них. Да, глушить, еще что-то... Блин, что там делать надо? Убили. А, вон, с них выпадает. Надо собирать. А, все понятно, да. Кидайся просто.
Не, потанкуй, не убивай его, просто покидайся в него. На одном можно все сделать. Что меня больше не кидает? Ладно, что, давай убьем его. Откат. Так уже откатился. Дал. До 21.00 качались. Да не... В 7 утра играю, как бы, за это время, наверное, апну. Да тут же половина до 17-го апну. Гара, можешь тебе просто сказать, что ветки файт вторая пассивка дает, стоит ли играть? Секунду. Вторая пассивка ветки файт дает неведомую фигню. Она дает какой-то шанс при парировании что-то там увеличение сердца на третье это владение двуручным оружием на 10% скорость двуручника. Но если ты не используешь двуручник, да, серп, если я там, то вряд ли. Серп выбил наруч 7 телосложения. Не знаю, пойдет ли я такой. Ну твой. 7-7-7. Телосложение. Получше нажимать. Ну, забей. Выкинешь. Не, говорю, получше, наверное. Блин, шея вообще никак не попадает. Вот это море. И я не знаю. У меня уже 4, у меня один остался. 4? У меня 2. Да, я уже все. Отведи его, пожалуйста. Ну, сейчас сагрим еще. 6 секунд, когда. Да, я сейчас сзади стою. Ты закончил с ними? Нет, 4, вот сейчас 5. Да мобы вообще бодренько навешивают, кстати, дали с этого. Знали бы вы, ребят, сколько у меня армора, прям бы это очень. Сет, сколько у тебя армора, скажи, вот для сравнения? Ты маг, я вот танк. Сколько у тебя армора? Армор сверху или снизу? Сверху. Снизу МДФ. Ты что? 554. У серпа 554, ребят. У меня 2300. Прикиньте, как раздают. Гар всегда на комменты реагирует. Вы что? Да, Макс. Смотрите, птицы полетели. Вообще красота. Я тоже на улице, черт что, вообще с утра встал, туман. Пакость какая-то. Змей что ли убивать? Змей что ли убивать всех? Наверное. Или вот, вот смотри, лежит что-то. Не знаю, это мама или... Давай полутаем. Значит... Змей убивать. С них 1-5.
Змей тоже. 1.8. Я поднял, да? Да. Ребят, ну вы учтите действительно, что это стрим, поэтому как бы, ну, на график у вас похуже, чем у меня ингейм. Странно, мне сюда ничего не упало. Ну, ты одежды там дофига, смотри. Да, ну, не соглашусь. Не сказок дают. Да, вполне. Я на более плохом компе, ребят, без лагов играл со средними настройками. Не, ну 460, я вряд ли сомневаюсь, что Макс потянет. 4 из 5. Еще корейцы бьет. Пусть его змея грызет. Я тебя потерял. Ты тоже одежду собираешь? Да, да. Я почти все, у меня 6 из 8. У меня пока только 3. Выйдите, давайте. Давай убьем ее. А. Да, ну уже что. У меня одежда вся. Не, змею еще одну. Все. Да вообще пока с этим тестом все. Как скажешь, кстати, вот спрашивают, на XP игра идет или не идет. По-моему, вообще с этим тестом на всем идет. Никаких проблем. Никаких проблем. Блин, какая красота вообще город. Обожаю. Пустынный город. Еда для коняшки выращивается, там вам прям по квесту ее дают. Вообще это картошка. Можете купить картошку, и вам там все нормально будет. Погоди, Серп, я не сдал. Там успел? Нет, не сдал.
Нет, не сдал, не сдал. Назад, назад, назад. Блять. Картошку покупаете и как бы выращиваете. Двуручка, по-моему. Подожди, сейчас я по статам. Ага. Угу. Сила. Блин, вообще интеллект, да, и призубец. Мне вот этот топор нужен, 17. Смотрите, у 17 топора 48 урон, а у желтого 36. Вот это жесть, да? Может он двуручка вот этот? Это двуручка, наверное, просто это одноручка. Все, я сдал. Пошли. Да не, спокойно поиграйте на XP, ребят, с тремя гигами оператив, да. Тут еще сдать можно. Где? Вон чувака рядом с мельницей. Не смотри, сколько тут сразу. Ну давай соберем все. Сдал? Да, да. Здесь надо. Какой-то 0-1, причем. Этого чувака его найти и убить. Преступника. Не, недолго, минут 15, 10, примерно так, 15. Не больше. Все взял, понял? Да вроде да. Который здесь рядом. Просто овер 9000 квест. Вон сдать можно. Я все. Сдал? Да. Еще взять можно. Где-то здесь. Так, такие эксперименты я не приводил, значит, настроек. На лоу настройках, мне кажется, потянет на любом. О, на армор новый, наконец. Правда, армор там тоже, блин, такая же майка-алкашка. Дота, я не знаю, куда туда. Да на чем корейцы ее запускают, это вообще огонь. Пиксель Хант играет. Я правильно скачу. По стрелочкам посмотрели. Ты на семерка, восьмерка впереди. А ты не пойму, куда ты скачешь. Что ты какой-то есть, подожди. Пятерку надо завязать, прям в городе было. Давай в город вернемся. В городе один. У меня это немного другая цифра. Где 0-1 такой свиток разорванный? Вот это в городе надо вязать. Сейчас я подожди, найду где. Сейчас моя стрелочка идет, по-моему, в этот самый, внутрь. Да. Мельница. Блин, посмотрите, как внутри здорово. Я ничего не вижу. Просто рядом с ней. А что надо сделать? Почистить. Действие будет или там да. Какой-то предмет за это? У тебя рядом с квестом этим, с этим квестом такая фигня есть. На нее нажимаешь. Ну прям в квест этим. А, я думал письмо. Это не письмо, это не письмо. Швабра почистить. Был типа механизм почистить. Да, это мы с предыдущего теста в квестах шарим. Картошка от колорадского жука. На самом деле поливать надо, но нет колорадского жука, так просто. Кстати, сегодня вообще не лагает. Ну, сплюнь. Сплюнь, не лагает. Сейчас так начнет. Так начнет. Так, подожди, единичка у меня.
Мне куда-то в ту сторону еще. Еще какой-то, да. В доме. В дом рядом. Ребят, постараемся сегодня кровь вам показать, но не факт, не факт. Их что, воевать надо? Тут какие-то они. Ну что, если не сидеть стал? Давай убьем. Я начинаю. Наверное, они какие-то ватные. Что-то они какие-то реально не очень. Да, Занзик вечером, наверное, потянется, как обычно. Убивать корейских женщин и детей. Ребята, вы, блин, вообще маньяки. А он зеленый, по-моему, такой сбор. Там за него бишь дают. И слезу еще одну. Так. Че за бижа? Он где-то рядом внизу. А, на 17 левел. Внизу, по-моему, сдавать. Вот. Нет, нет. А, да, точно. Че ты еще? Все сдал, по-моему. Да, теперь. Теперь все. Теперь меня знаю, не направо. Сдавайте квесты до тех пор, пока не наберете направо. Количество итемов больше в 2,5 раза, чем требуемое. То есть, если надо 10, направо. Собирать, направо. 15. Блядь, серп, направо. Подожди, какой направо? Давай. Там вода, водоем. Рядом с ним квест. Я понимаю. Передаю. Здесь тоже есть квесты. Тех же муравьев. А, не, не передаю. Я знаю, что здесь тоже есть квесты, но это ближе же. Чтобы потом не возвращаться. Ближе. Ну, как знаешь. Что-то неписи я здесь не вижу, которые раньше стоят. Надо вспомнить, что тут делать. 03. Кого? Посейдонов, что ли? Может быть, их. Ну, я не знаю, я всегда здесь тупил. Да, здесь тупка постоянная. Ну, сейчас посмотрим, может, изменили. Да, бонус дают за 1,5 итема. Да, с них лутай. Ну, отлично. Телс говорил про то, что квесты. На квестах собирать в 1,5 раза больше итемов. За это дают бонус по экспе. И награду лучше. Эти капли нужны, например, для... Итемы на захват территории. Они не передаются, может, они еще для чего-то нужны будут. Пока вот для этой вещи мы нашли. Серп, а для чего вот эти еще слезы нужны, кроме итема на захват территории? Пошли дальше. Вот я не знаю, для чего они еще нужны. Может быть, номера Шайлен, где можно за них что-то купить. Может быть. Четверка 0,8. Это что у нас получается? Кабанчики? Вот 0,8 муравьи. Они кабанчики вот эти? Кабанчики, ну и кабанчики, муравьи, там не один квест, 0,8, там два. Давай попробуем. Надо, кстати, было хавчик купить. Блин, не сообразили. А в этом городе пока хавчик отстойный продается. Там в Тукраунсе, да, Мариуполе. Нормально, он как везде. Блин, серп, меня нагибают. Отключай. В откате. Тоже нагибает. Блин. Ой, мне еще не сюда. Да, аксиум слать на меня. Ресурсы на свой.
Султаном? Ну я черт его знает. Хватит уже бегать, убей его. Да, бля... да он меня сейчас убьет. Да ты новых какой-то... просто агришь, бегаешь. Не понимаешь что ли? Лутать их надо. Все. Блин. Ты вот сейчас нового сагрил. Этого я бы тебя снял. Нам левел нужно срочно апнуть. 17. Нет пока свадьбы никаких. Что ты вырубишь на 20 минут? Кто? Кто что хочет вырубать на 20 минут? Лутать, короче, с них надо было. Блин, задолбал он с ног сбивать. Да, нет. Это секрет. Блин, там еще два бегут, откуда они? Ой-ой, ты их не два, их там... Качество. Это не за тобой, это паровоз. Нет, они... Черт, они прям так на меня бежали вперед. Что я уж, блин, испугался. Что-то, ребят, там конкретно. Блин, дал моб просто, 18 уже пробивают, нам нужен квип новенький. Значит, печаль. Так ты нам скажи секрет, мы никому... Да я знаю, что вы никому не скажете, 85 человек никому не скажут. Он меня хочет. Ну, кстати, паровозить тут теперь можно, если они так смотрят, как они рисаются, вообще жесть, реально паровозить можно. Сколько народу не пукал? Говорится, еще не вечер. Самые паровозные места мы еще не смотрели, в вулканах. На огонь, наверное. Да. А, как стрелки у меня, сейчас покажу, ребят. Вот сюда заходите, вот, ну, видите, вкладочка. Третья, четвертая сверху, вот. Ну. И включайте вот эти все галочки. И тогда у вас будут показывать стрелки под ногами. Я все. Ты как? Пойдем сзади, что ж? Не, давай на мрой идем. Окей. Да, за 16 числа есть стрим.
Лагать ничего. У тебя как? У меня право скачать. Лагает, лагает. Комбо написал. Сейчас, секунду, переоденусь. Топор-то двуручный. Мощно выглядит. Но двуручка. Одноручный. Блин, одноручный на 18 левел. Топор. Печаль. Штаны новые. Штаны пистолетом вообще отстой дают. Ожерелье новое. Сто процентов мне до 18. Да вон мой друг хил качает. Да с утра чуть подсливали, я думаю, еще подсливаем. Да, только апнуть. Это, блин, обучаловка. Видите? Да, там пиздаем. На мачки по-быстрому подсливать. Ну мы сейчас покажемся как раз таки в том месте, где рудину. Да их надо прокликивать просто. Все? Угу. Ну, типа обучал, видео показывает, объясняет, как что делать. О, новый армор. На 18 левел. Твою мать. Светло. Тут еще дальше он, рядом со с той мельницей квест. Да, в чате ребята общаются в клан чате, я не хочу зачем. Сайт просите, кто без него по уровню шлифа. На пляж, да? Погнали. Вон, кстати, гномка стояла. Гномка? Да, дай покажу гномку, пусть ужаснутся. А. Как? Это такие вот суровые дварфы, это вам не ладва. Фахо, да, такие гномы. Да, ну ладно, я не пришел ничего, потом остальное.